Получить прививку в Америке может каждый желающий. Неважно, гражданин вы Америки или просто резидент, а может вы просто турист, каждый из вас сможет получить эту прививку. Ни для кого не секрет, если вы сделали прививку, то течение болезни будет легким, соответственно, не будет осложнений. Меня зовут Светлана Петер, я живу в Сан-Диего, штат Калифорния, и давайте на нашем примере мы запишемся и получим прививку. Возможно, каким-то туристам, кто приехал в Америку и захотел получить эту прививку, также будет полезным и пригодится. Для начала мы находим сайт, который называется MyTurn. Ссылку этого сайта я оставлю в описании к этому ролику. Если у вас с английским сложно, то здесь в помощь Google Переводчик. Все графы, которые нужно заполнить и внести информацию, будут переведены для вас. Здесь нужно указать, первый раз вы получаете вакцину или второй, или вы уже хотите получить бустер. Если вы идете с целой семьей, нужно указать, сколько человек идет, какой возраст, и о каждом члене семьи, возможно, вас спросят какую-то дополнительную информацию. Также здесь вы уже сможете выбрать дату, число, которое вам подходит, и локацию, которая ближе, возможно, для вас, либо, возможно, ближе к тому месту, где вам удобно добираться. И если вам нужна помощь, вы тоже можете, помощь в том, чтобы доехать, вы тоже можете об этом указать. Здесь об этом спрашивается. Ну вот, мы записались и теперь отправляемся к той локации, которую мы выбрали в нужный день, в нужное время. В этот раз мы выбрали локацию, которая находится в Клермонте. Это медицинский центр, где много клиник. Самое примечательное, что здесь уже многие работники этого заведения знают, что сюда должны приезжать люди, и они направляют в нужное место. А также стоят кругом указатели, куда нужно направляться, чтобы получить вакцину. Все, мы приехали, нас уже тут встречают, спрашивают, appointment у нас или нет. Вот нас встретили, отправили по стрелочкам. Это мы в новом месте. Hi. В центре вакцинации очень внимательно проверяют ваши данные и какую прививку именно вы выбрали, а также направляют вас в порядке очереди на вакцинацию. Перед тем, как получить бустер, мы взяли разрешение провести съемку наших вакцинаций. И в очередной раз нам дали доброжелательный ответ. Okay, so you're all done. После того, как вы получили прививку, есть 15 минут, чтобы посмотреть, как ваш организм отреагировал на прививку. Ну что, ваше впечатление? Отлично. Всем рекомендую, ребята. Будете здоровенькие, не будете болеть. Здесь все организовано, и мне здесь все нравится. Очень добродушно относились к нам.
А тебе, Коля, как? Нормально. Уже начинает руку щипать. Переход уже чувствую. Шутишь опять? Каждый центр вакцинации оформлен по-разному, и поэтому чувствуется своя особая атмосфера. Полгода назад мы делали первые дозы прививки, и сейчас мы решили сделать бустер только потому, что в момент заболевания огромного количества людей мы совершенно не болели. И это подтвердилось, что да, прививки могут работать. Друзья, всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности и до новых встреч!